Сегодня на ужин у нас будет картошечка-пюре. Уже варится. И куриные крылышки. На ужин. Куриные крылышки. Выгоднее всего брать в Костко, если те, кто живут в Америке. Смотрите, как много их. Хочу просто показать, сколько здесь. Как выгодно покупать. У меня это будет на две порции. Вот я разрежу так. На сегодня на ужин я приготовлю эти три яйца, три заморожки. Все, спасибо. Вот наши крылышки. Помыли. Сейчас будем их мариновать. Посолим, поперчим. И для маринада нам понадобится соевый соус. Sweet chili соус. Это сладко-чилийский соус. Не знаю, как по-русски правильно. И паприка. Кто хочет крылышки более острее, добавляйте больше острого соуса. Вот что у нас получается. И все это перемешиваем. Здесь я... Sweet chili соус, немножко для цвета и чуть-чуть для вкуса соевый соус, паприка, немножко соли, потому что соевый соус уже и так соленый. Вот, замариновали. И оставим 30-40 минут. Чем дольше, тем вкуснее, тем сочнее. Так, выкладываем. Я не хочу пачкать руки, поэтому я ложечкой. Курочка у нас у меня помариновалась где-то часа два. Просто у меня было свободное время. И все, выкладываем. Противень. И поставим в духовочку. Я ставлю в духовочку на 45 минут и 390 фаренгейтов. По Цельсиусу я не знаю, можно посмотреть. Все. Будет двух противня, в один не поместился, у меня будет один большой, один маленький. Мы любим вкусно покушать много. Картошечка наша тоже сварилась. Я ее уже помяла. Сейчас положу маслица и молочко. И будет пюрешечка готова. Я сняла фольгу. И вот курочка запекается. Можно слить соус, сок, если кому-то не нравится жирненько. Но я предпочитаю, чтобы оставалось уже практически готово. Я хочу, чтобы было более зажаристо. Все, хватит. Приятного аппетита.